конкурс «Дети читают стихи». Харитонова Маша, 6 лет, Санкт-Петербург. Сергей Есенин, ночь. Меня зовут Харитонова Маша, мне 6 лет. И я расскажу стихотворение Сергея Есенина. Ночь. Тихо дремлет река, темный бор не шумит, соловей не поет и дергач не кричит. Ночь, вокруг тишина, ручеек лишь журчит, своим блеском луна все вокруг серебрит. Серебрится река, серебрится ручей, серебрится трава, орошенный в степей. Ночь, вокруг тишина, в природе все спит, своим блеском луна все вокруг.